Всех приветствую на своем канале успешных ICO стартапов. И сегодня я хочу вас познакомить с интересным проектом под названием GiftCoin. Как вы видите, я сейчас нахожусь на официальном сайте данной компании и попытаюсь вам более подробно рассказать все преимущества данной компании. Значит, GiftCoin — это первая криптовалюта в мире для благотворительной подачи и хороших причин. Как вы видите, 20 марта 2018 года начнется общественная продажа токенов, и вы можете также предварительно зарегистрироваться и получить 10% скидку на покупку токенов. Вот, то есть все это произойдет через 2 недели и 4 дня. Также в чем же преимущество? В том, что полная прозрачность ваших благотворительных пожертвований. То есть, используя интеллектуальные контракты, данная компания будет отслеживать прямое влияние пожертвований, и это дает донорам повышенную уверенность, а благотворительной организации мощный цикл обратной связи для получения дополнительной поддержки. Что ж, я бы хотела рассказать, как же все-таки будет использована данная приложение, то есть вы будете накапливать GiftCoin, вот, и каждый раз, когда вы совершаете покупку, данный сервис округляет платеж и конвертирует дополнительную информацию GiftCoin. Также по мере накопления GiftCoin вы выбираете, кому пожертвовать и поддержать на платформе GiftCoin. Вот, и также вы можете отслеживать, вот, после того, как выбрали свои причины, вот, вы... GiftCoin показывает вам точно, когда и где будут потрачены ваши деньги. Вот. Также здесь вы можете посмотреть все преимущества данного проекта. То есть возможность будет распределена по трем. Вот примером есть онлайн-раздача, CryptoGiving и GiftCoin. То есть возможность помочь тем, кто в ней нуждается, есть у всех троих проектов. Низкая комиссия только лишь у GiftCoin. Широкий выбор доверенных благотворительных организаций также GiftCoin. И точное отслеживание пожертвований. То есть вы видите, галочками отмечены все преимущества только лишь у данной компании. Вот. Также мы сейчас переходим плавно к дорожной карте данного проекта. Вот. Первое событие начнется в марте 2018 года. Это же, конечно, продажа токенов. Компания говорит о том, что они готовятся к большому дню, когда вы сможете участвовать в их деле GiftCoin, тогда, когда они начнут продавать свои токены. Вот. И также компания надеется, и я вместе с ними, что вы можете присоединиться к ней. В июле 2018 года пройдет второй этап. Вот. Данная компания пишет, что их MVP удовлетворит все основные требования к платформе для реализации своей цели. Также надежда, что первая партия благотворительных организаций на выбор и полностью действующая валюта. И, конечно же, сентябрь и октябрь 2018 года. То есть в октябре планируется окончательный выпуск продукта. То есть все полное. Вот, GiftCoin планируется как благотворительная и хорошая компания. Вот криптовалют, как бы пришло время изменить мир. То есть, как вы видите, много проектов, которые нацелены на путешествия, на ремонты, на все разные сферы вашей жизни. Но, в принципе, я еще за свое время пребывания в криптовалютах как бы не увидела ни одного проекта, который направлен на благотворительность. Поэтому хочу вам посоветовать данную компанию, которая все-таки связана сделать мир лучше, вот, и поэтому пожертвовать себя ради другого человека. Также вы видите продажа токенов сувениров на данном экране, вот, начинается с 9:30 по восточному времени 20 марта 2018 года, вот, и продажа доступна только для зарегистрированных участников, вот, перерегистратор теперь и получите дополнительную 10% скидку. То есть вы можете сейчас предварительно зарегистрироваться уже. То есть вам не нужно ждать времени для того, чтобы начался продажа токена. Вы можете предварительно зарегистрировать и уже получить свои 10% скидки. Вот. Обменный курс будет 1 эзериум равен 10 миллионов. Также подарок. Обратите внимание, то, что окончательный обменный курс эфириума GIFT будет установлен 19 марта. Вот, это уже ближе к тому времени. Также детали продажи хотела вам рассказать, что
Минимальный кап – это 2,5 миллиона долларов, а максимальный – это 10 миллионов долларов США. То есть принятая валюта, как вы видите, это эфириум и биткоин. Вот, и минимальная покупка – это 0,25 эфириумов. Вот. Также бонусную и дисконтную схему вы можете увидеть сейчас на экране. То есть предпродажа будет скидка 50%, первые 24 часа это 25%, первая неделя 15% и вторая 5%. Вот. Также расширенный белый список для публичной продажи. Также будет использование доходов, вот в графике написано, 12% это будут юридические и бухгалтерские услуги, 7% администратор, 5% это накладные расходы, и также 47% это будет разработка технологий, и 29% это же, конечно, маркетинг и продажа. Сейчас я хотела бы вам показать команду вот данного проекта, люди, которые в этой сфере уже не первый год, в принципе, также советники, инвеститоры вы пролистнули, и также партнеры, которые сотрудничают с данной компанией. Также здесь вы можете посмотреть официальный ролик компании GiftCoin. Но я думаю, вы это сможете сделать самостоятельно, чтобы не тратить на это время. Вот. Также я хочу вам показать техническую документацию. White Paper, он состоит из 26 страниц, англоязычный. Здесь, в принципе, вы можете познакомиться уже более детально с данной компанией. Вот, посмотреть все преимущества данного проекта, все перспективы, положительные стороны, потому как я считаю, у людей, у компаний, вообще у приложений, все, что связано с благотворительностью, не может быть отрицательных каких-либо моментов, потому как специально такие программы, такие проекты создаются для того, чтобы помогать людям. К сожалению, наш мир сложился таким образом, что очень мало людей, которые, в принципе, думают о других. И это ожесточает наш мир, в принципе. Поэтому я считаю, что данный проект безумно крутой, в котором нужно и стоит принимать участие, покупать токены для того, чтобы делать добро другим людям. Поверьте, сделаете добро вы, вернется оно и вам. Тем более с таким крутым проектом, как GiftCoin. Также у данного проекта есть Bitcoin Talk ветка, на которую вы можете перейти. Все ссылочки я оставлю в описании. Подсоединиться, кстати, к социальным сетям, таким как Telegram, Twitter, Instagram, Facebook. Вот, писать и следить за всеми обновлениями, обсуждать это с лицами, которые уже присоединились к данному проекту, которые уже зарегистрировались на предпродажу токен сейла и получили свою 10% скидку. Поэтому я считаю, что проект, еще раз повторюсь, безумно классный. Люди им заинтересованы, и я считаю, что должно быть как можно более таких проектов. Вот, также есть баунти-ветка, здесь вы можете выполнять простые задания, которые требует эта компания, вот, и получать за это бонусное вознаграждение. Что ж, я считаю, что проект довольно-таки перспективный, имеет хорошее будущее. Присоединяйтесь, делайте добро людям, и оно вам вернется. Всем спасибо за мой видеообзор, всем пока!